Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Наследство». Комедийный сериал «Наследство» рассказал о том, как много готовы стерпеть родственники ради крупной суммы. Когда-то Виктор бросил жену и трех детей, а спустя 25 лет приехал в родной город. Родственники приняли его холодно. Любимая жена Татьяна долгие годы врала детям, что их папа великий человек. Он и правда великий, только в криминальных делах. Продолжение многосерийной комедии «Наследство» официально не анонсировано, но и о закрытии проекта тоже не объявлено официально. В лучшем случае новые серии выйдут весной 2025 года, считают кинокритики. Ходят слухи, что производство второго сезона может начаться уже этим летом. А пока актеры заняты в других проектах. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.